Есть только миг, за него и держись. Но иногда, чтобы выжить, нужно зацепиться за бельевые веревки. Новороссийский мужчина выпал с 5-го этажа многоквартирного дома и застрял на уровне 4-го. Спасатели, получив сигнал от сочувствующих, немедленно выехали с альпинистским снаряжением. Они аккуратно спустили мужчину, как говорится, с небес на землю и передали его в заботливые руки сотрудников скорой помощи. Вероятно, усиленное употребление горячительного и стало причиной скоростного спуска с 5-го этажа.